Довольно теплая будет и вся первая рабочая неделя Нового года. По прогнозам синоптиков, завтра, 8 января, в Красноярске ночью будет около 13 градусов мороза. Днем столбики термометров поднимутся до минус 10. Во вторник ночью чуть прохладнее, 17, ниже 0. А вот днем воздух прогреется до минус 8. Второй рабочий день будет еще комфортнее. Днем минус 4 градуса. В четверг пойдет небольшой снег. И вместе с ним пройдет настоящее тепло. В светлое время суток всего минус 2. В пятницу осадки прекратятся. Днем термометры вновь покажут 4 градуса ниже нулевой отметки. А вот на выходных чуть похолодает. В субботу обещает минус 11. В воскресенье уже минус 13 днем и 19 градусов мороза ночью.